Причиной пожара в Самарском доме печати стал поджог. В областном управлении МЧС сегодня озвучили официальную версию возникновения возгорания. Напомню, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в воскресенье 18:30. Огонь распространился более чем на 2000 квадратных метров. Пламя тушили 4 часа, пострадавших и погибших нет. Пожар возник в разных местах. И данные факты позволили сделать вывод, и я этот вывод утвердил. Пожар возник в результате поджога. Данный вывод подтверждает еще одно обстоятельство, что когда в течение 3 часов пожарное подразделение осуществляли тушение пожара, в корпусе, расположенном вдоль улицы Гаражной, через 3 часа в этом месте возникает пожар на площади более 150 квадратных метров. В данный момент все документы о пожаре в доме печати направлены в полицию.